На протяжении многих лет художники Шарарама время от времени радуют смешариков новыми предметами гардероба. Появляются новые каталоги, распродажи старых вещей, интересные подарки картам и многое другое. Однако существуют вещи, которые в какой-то момент засветились в Шарараме, но стали доступными для приобретения или, как можно выразиться, вышли в свет намного позднее. В этом видео мы расскажем вам именно о таких предметах. Всем привет, смешарики, вы на канале Шарарама. Сегодня вы узнаете о том, какие предметы гардероба стали доступны для покупки только через определенное время, после первого появления в Шарараме. Советуем досмотреть видео до конца, потому что в конце мы объявим победителя конкурса на кастомную прическу «Озорные кисточки». Усаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. Первый предмет гардероба, о котором мы сегодня поговорим – прическа теннис. Представляет из себя прическу в виде белого хвостика, закрепленного на макушке розовой резинкой. Впервые данная вещь засветилась в каталоге модный журнал «Весна 2009» в категории «Не дня без спорта», но по непонятной причине купить ее было невозможно. Впоследствии одноименный аналог прически теннис можно было получить в 2018 году в событии «Батл умников» за 100 лампочек. Далее в нашем сегодняшнем списке идет прическа «Ежевичный микс». Данный предмет представляет из себя перекрас прически «Малиновый микс», на что указывает схожесть в названиях. Впервые эта прическа появилась как украшение в локации «Смешмак», а уже потом ее можно было получить как бонус к хиту «Смени стрижку» в 2019 и 2021 годах. Следующий предмет – очки Элвиса. Легендарные и стильные очки, появившиеся еще в 2008 году на смешарике Элвис. Эти очки довольно часто фигурировали в мини-играх и баннерах Шарарама. При этом, по неизвестной причине, данный предмет довольно долго оставался недоступным для получения. И вот в 2022 году очки Элвиса появились в качестве подарка к карте партнера, после чего каждый игрок, поддержавший Шарарам, смог окунуться в ту самую атмосферу зарождения игры. Итак, последняя на сегодня вещь – прическа «Закат». Эта прическа является, возможно, лучшей версией прически «Огонь», благодаря гармоничному сочетанию белого с бордовым. Данная вещь была замечена еще в далеком 2010 году в ежемесячном выпуске газеты «Шарарам Известия» по случаю появления клубов. В 2023 году прическа «Закат» была реализована в рамках акции «Хиты по-новому» и стала доступной для приобретения каждому жителю Шарарама. Теперь, дорогие смешарики, вы знаете немного больше о вещах Шарарама. Возможно, у вас уже имеются какие-то из вышеупомянутых сегодня предметов, и теперь вы сможете взглянуть на них по-другому, прочувствовать их историю и шарм, а заодно и поделиться полученными сегодня знаниями со своими друзьями. Ну а на этом наше видео о запоздалых предметах гардероба подходит к концу. Надеемся, что вам понравилось наше видео и было интересно узнать много нового. Если вам было интересно и вы хотите увидеть продолжение, напишите нам об этом в комментариях. А перед тем, как мы закончим, объявим победителя прошлого конкурса, главным призом которого стала прическа «Озорные кисточки». Мы выбрали победителя случайным образом, и счастливчика вы можете видеть на своих экранах прямо сейчас. Этот игрок уже скоро получит подарок для своего смешарика. А на этом все, дорогие смешарики. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и рассказывайте об этом видео своим друзьям. Всем спасибо за просмотр. Увидимся!